А зараз хочу представити нашого гостя. Це Юрій Бутусов, відомий журналіст, головний редактор сайту Цензор.нет і дуже відомий журналіст, блогер, і дуже багато людей читає Юрія. Вітаю вас у нашій студії. Багато тем для розмови. Знаю, що ви дуже уважно стежите за всім, що відбувається на Сході. Навіть маєте своє бачення щодо тактичних дій, стратегічних дій. Будемо говорити про це, але от хотілося б чисто особисто почати з історії з Сергієм Рудиком. Нагадаю нашим глядачам, що це голова Держкомзему, який приїхав у Дніпропетровськ вчора представляти представника Держкомзему в Дніпропетровській області. Хто він там, директор, не знаю. От. І сталася така історія, ви про це просто писали, вам давав коментар Філатов, да? Чи хто вам давав коментар? Ні, мені давав Геннадій Корбан, це зам голови губернатора, голови облдержадміністрації. Коломойського, так. Розкажіть от трошки детальніше, в принципі, я думаю, всі в курсі, але може я ви вже казала, що ви там описали частину, а частину деталей не описали. Що там сталося вчора? Якщо говорити про длинну версію событий, то на самом деле там достатньо типічна для української системи власті історія. Ну, дело в том, что весь наш госаппарат, он работает по совершенно нежизнеспособным и недееспособным лекалам. То есть те правила работы, по каким у нас работает государство, это просто театр абсурда. Все это надо сносить полностью. И ситуация с Рудиком – это очень яркий пример. У нас есть Госкомзем, который из Киева имеет официальные полномочия по назначению людей во все области, которые занимаются землеотводом и оформлением всех документов на землю. При этом у нас он назначается не единолично, а он назначается по согласованию с местной областной администрацией, которая на самом деле тоже назначается из Киева, поскольку главу администрации назначает президент. То есть у нас есть такое совершенно дикое состояние, когда вопросы землеотвода на местах, в регионах, они, по сути, полностью замкнуты на людей из Киева, на центральный аппарат власти. Хотя земля належит громаде. Хотя вообще-то логично, чтобы как раз землю определяла громада, это она же там живет. То есть я понимаю налоги собирать через Киев, потому что есть какие-то вопросы центрального значения, но распределять всю землю, оформлять документы там на гаражи, на все что угодно, и направлять людей исключительно из центральной власти – это абсурд. Но, к сожалению, это действующая у нас модель. Разумеется, она вызывает самые вот такие нелепые и скандальные проявления, как и сейчас. Возник конфликт между областной администрацией и центральной властью. Было свое видение у назначенного в Киеве главы Госкомзема и у назначенного из Киева, скажем, местных днепропетровских, значит, людей Коломойского, да, с другой стороны. Конфликт не имел разрешения несколько месяцев. Он, кстати, не единичный. Например, у нас нет главы Госкомзема в Запорожской области. И у нас они везде. Это очень скандальный вопрос. Руководители Госкомзема – это в Украине куда более ответственная и опасная работа, чем, например, борьба с организованной преступностью. Эти руководители меняются гораздо чаще. Особенно при Януковиче их тасовали, ну просто в Киеве их меняли за год по 2-3 человека. Вот. Поэтому это очень коррупционный вопрос именно из вот такой непрозрачной, неэффективной схемы. Ну, причина, первопричина то, что в Украине вообще отсутствует местное самоуправление. И местная громада, очень ее права, особенно при Януковиче, были резко сокращены. Как мы знаем, Янукович сделал все для того, чтобы удобно можно было воровать деньги с оформления земли. Он вообще даже те небольшие, ну, те права местных общин, какие были, он их забрал и передал все на Госкомзем. К сожалению, до сих пор эти полномочия не вернули. Вот. И получилось, возник конфликт между Рудиком с одной стороны и Днепропетровской администрацией. Днепропетровская администрация считала, что в силу того, что у нее есть полномочия согласовывать назначение, она имеет право говорить о том, кто должен быть назначен. А Рудик считал, что поскольку он глава Госкомзема, это он имеет право, они обязаны согласовывать. Поэтому возник неустранимый конфликт. Он приобретал различные формы. Я уже сегодня узнал, что, оказывается, они уже выясняли отношения.
И уже там была какая-то предыстория этого всего скандала. Что это не первый раз уже, да. Что там уже была, оказывается, какая-то предыстория. И мне сказали в Днепропетровской администрации, что якобы отключен Днепропетровск уже в течение месяца от электронного реестра Госкомзема Украины. И там невозможно оформлять какие-либо сделки. То есть вносить нотариусы не можем? Да, абсолютно. То есть нельзя. Поэтому... Ну, это я опять-таки со слов сужу. То есть мне сказали, что была некая история. И вот приехал Рудик, и, скажем, вот эта история получила вот такое удивительное продолжение. Вони його десь у процесі викрали, чи як? Ви не знаєте, як це відбулося на місці? Бо було вже повідомлення про те, що він на сході. Я не був на місці, мені складно судити. Але, очевидно, думаю, що оскільки у нього була поїздка і був план проїхатися ще в якісь області, то вряд ли он предполагал стать добровольцем в батальоне в зоне АТО. Вот. Ну, он явно был одет не по форме. Поэтому думаю, что вряд ли это было, произошло по своей воле. Вот. Ну, честно сказать, немножко удивлен и вот этой ситуацией, тем, что его таким образом принудили ехать в зону АТО. Вот. И удивлен на самом деле полным бездействием украинских государственных органов по этому поводу. По сути, министра, члена правительства сняли с его работы в Киеве и направили рядовым бойцом в зону боевых действий. И самое потрясающее, что кабинет министров, у кабинета министров этого не вызывает никакого удивления. То есть идет, продолжается нормальная работа. В принципе, плодотворная. Дело не возбуждено. Администрацию никто не блокирует, президента. Вот. Днепропетровские, кстати, вообще непонятно, есть партия «Свобода» или нет. То есть никаких протестов. Ну, вони там були, я точно пам'ятаю. Так, там є. І вони навіть, знаєте, коли була ця історія з дніпропетровськими терористами, та, ну, яка тривала довго, то вони, я знаю, що вони там якось адвокатів їм допомагали. Тобто там, ні, вони є, я зараз їх не бачу просто. Я зараз тут говорю. А, вот. Но правительство, при том, в этом правительстве есть другие члены партии «Свобода», есть фракция депутатов «Свободы», есть правоохранительные органы. То есть исчез министр, и в Киеве здесь никакой реакции. Возникает вопрос, может быть, а если еще кто-то исчезнет, скажем, при посещении там, Харьковской области, она тоже прифронтовая, Запорожской. Вот. То есть до каких пор будет продолжать работать правительство? Вот. То есть все меньше и меньше министров. То есть, ну и с другой стороны, это показывает удивительное состояние украинской власти, при которой исчезновение министра совсем не приводит к каким-либо проблемам в ее работе. То есть вот. Без него целиком все может рухаться. То есть, вот, к сожалению, это какая-то абсурдная совершенно ситуация и совершенно абсурдные методы ее разрешения, хотя, казалось бы, исчезло публичное лицо, а не какой-то отдельно взятый человек с улицы. Ну, вы никаких не встречали официальных комментариев? Я не встречала, но, может, я пропустила. Я тоже. Никаких не было, да? Я в Фейсбуке прочел, что целый ряд руководителей «Свободы», они заступились за своего однопартийца. Они назвали это бандитизмом, вот, похищением. И наверное, собирались ехать в абсолютно, да, собирались ехать. И я был уверен, что сегодня, ну, это будет главная тема дня. Как в Киеве, так и там будут возбуждаться дела, будет какая-то активность в правительстве, какие-то заявления. Но пока... А как вы думаете, почему так? Я не знаю, чесно скажу, мені просто ніколи цим займатися. Я розумію, це, така... це просто дивна історія, ну, яка може стати тенденцією. Я вам хочу сказати, да, какой-то нужно з этого сделать вывод, і я думаю, що це должен бути вывод для всей української політики, но самое абсурдное в этой ситуации, когда все так молча происходит, а здесь в Киеве возникает ощущение, что все нормально, значит так и нужно. Це просто удивительно. Ну, насправді дуже багато людей з тих, що я читала в соцмережах, дуже от радіють з того, що сталося. Що от не виходить зробити це по правилам, не виходить, тобто є повтори того, що робила влада Януковича. О, це добре, хтось взяв на себе функції там, прокуратури, трибуналу і це зробив. Тобто, чи... А ви знаєте, от це якраз ще більш цікавий феномен. Я вам хочу сказати, що це тільки начало. Я глибоко убежден, що особливо, коли... мы победим в этой войне и придут люди с фронта,
да, они не будут больше смотреть на власть как на священную корову. Вот. Потому что почему это все происходит? Ну, а разве никто не знает, что Госкомзем, к сожалению, как и большинство других наших госструктур, это просто гнездо коррупции. И назначить на должность главы управления земельных ресурсов Днепропетровской области господин Рудик почему-то предложил действующего главу управления земельных ресурсов господина Чувпыла из Кривого Рога, который много лет плодотворно работал там вместе с господином Вилкулом, губернатором области, назначенным господином Ахметовым. То есть он все эти 4 года находился при власти Януковича, когда все мы знаем, что в Госкомземе даже там старушка не могла без 100 гривен подписать себе вообще никакую бумагу, нигде. Была просто норма обязательно. И этого человека все равно с одной руководящей должности повысили, видимо, в знак заслуги, успешной работы, на еще более высокую в том же регионе. Неужели господин Рудик не понимал, что это абсурд? Даже если бы там не было Коломойского, честно сказать, и там бы просто протестовал, а там протестовали все местные политические организации, вот, там протестовал люстрационный комитет, но он приехал, и он все равно предложил этого человека. Какую он хотел получить реакцию? Я считаю, что даже если бы сегодня он уехал спокойно, то, вы знаете, в другом регионе, я думаю, чтобы он мог бы получить какую-нибудь еще более жесткую неприятную реакцию. И не только он. Я думаю, что такие же проблемы будут и у других руководителей украинской власти, которые иногда ведут себя так, будто в обществе ничего не поменялось. Так, мені здається, що насправді єдиним уроком, який винесуть з цього наші посадовці, це буде краще не їздити в Дніпропетровськ. Там може статися все, що завгодно. Я дуже боюсь, що, і знаєте, я боюсь, що дійсно це буде так, і я думаю, що це сама груба ошибка. Так, погоджуюсь. Вони глибоко не розуміють, що такі ж люди в Києві викликають тут не менше роздраження. Да? І так, да, у Дніпропетровська нерви дрогнули швидше, тому що це прифронтова територія. Але я уверен, що такі інциденти вони будуть розширятися. Потому что у нас не в Днепропетровске это все началось. У нас сейчас абсолютно неформальные отношения в Донбассе. Там тоже действуют якобы органы власти, получают свои строки в бюджете, ведут какую-то деятельность. Но как только туда приходит человек с автоматом, то все меняется. И, к сожалению, если власть не начнет управлять обществом, если власть не поймет, что ей нужно опираться на общество, да, то ничего не поменяется. Я вам хочу сказать, может быть, и нужно было Чувпыл оставить, я не спорю, но нужно было для этого выйти Рудику публично, сказать, да, он работал при Януковиче, но это честный человек, я беру на себя ответственность за него. Это было бы очень абсурдно, да, и я уверен, что с Кривого Рога приехало бы очень много людей, которые захотели бы ему об этом рассказать. Но он так не сделал. Он приехал просто явочным порядком, решил продавить назначение. Ну, вы знаете, пока политики не поймут, что общество для них это союзник, ничего не поменяется. Если бы за спиной Рудика, и он привез назначенца, назначение которого поддержали бы местные люди, да, местная общественность, то я уверен, никто не посмел бы и пальцем его там тронуть. Даже если бы это была очень конфликтная ситуация. И я искренне надеюсь, очень хорошо, что вы подняли этот вопрос. Меня уже не успеваю. Я просто про войну пишу, про это не успеваю. Но это очень правильно, потому что хотелось бы, чтобы чиновники сделали именно такой вывод. Потому что у нас вернутся ветераны на Волынь, не только в Днепропетровск, во Львов, огромное количество ветеранов, в Киев. В Николаеве вообще, то есть если так говорить по мобилизованным, вообще самая высокая явка по отношению к военнообязанным, да? И это придут люди, которые, если они опять увидят, что в каком-то госкомземе или где-то еще, с них будут опять, как это и всегда у нас делается до сих пор, за любой земельный акт, просить там 500 или 1000 гривен, у них нервы не выдержат. Только они маленькие люди, они не прикроются иммунитетом. Да? Какие-то произойдут неприятности с этим чиновником, не дай бог, каким-то на месте, да? И уже никто не найдет следов. Это будет еще опасней. Поэтому хотелось бы, чтобы власть сделала правильный вывод, да, из этого, что она должна опираться на общественное мнение и в кадровой политике прежде всего. А если бы Рудик хоть что-то сделал, хоть один шаг, чтобы представить господина Чувпыла, чтобы рассказать, кто это такой, почему он это сделал, сейчас бы была другая ситуация.
А так иначе, извините, в Днепропетровске никто почему-то не вышел с протестами и не требует, верните нам, поставьте нам Чувпыла, дайте нам Госкомзем. То есть даже никто не говорит об этом. Ну, это очень, власть должна обратить на это внимание, тому я справа, надеюсь. Що вони просто не зрозуміли або забули за цей час, що вся історія з революцією відбулася, власне, через ігнорування людей. Абсолютно. Було таке глобальне, абсолютне ігнорування нас з вами, як журналістів, людей, які просто приходили в суд, судилися з сусідами, чи за якісь там штрафи за автомобілі, чи за будь-що. Було таке тотальне ігнорування, через все це почалося. І тепер, ну, організм наш став настільки чутливим, що отакі речі, і вони приводять до, ну, абсурдних речей, незаконних речей, викрадання людини, але, можливо, справедливих в такій ситуації. Ну, я би вас все равно попросив, прежде всего, щоб ми, говоря о справедливості, я считаю, що господин Рудик поступив просто в даній ситуації, да? То есть то, що з ним зробили, це незаконно. Абсолютно, я погоджусь. Но, извините, то, що він зробив, це абсолютно несправедливо, і... Ну, это просто дискредитирует и власть, и партию «Свобода», и его лично. Очень сильно дискредитирует. И мне жаль, что ни он, ни его партийцы этого не понимают. И я бы все равно хотел, вот зная вашу мобильность, да, все-таки важно очень не забывать о правах личности. Поэтому в любом случае хотелось бы, чтобы, например, у какого-то телеканала появилась возможность все-таки в ближайшее время взять интервью у Рудика, удостовериться, что с ним все в порядке, чтобы он сам рассказал, что с ним произошло, и чтобы мы, комментируя события, все-таки могли опираться на его точку зрения. Потому что сейчас у нас в эфире, к сожалению, присутствует точка зрения моя, точка зрения я видел на плюсах Филатова, но я не видел самого Рудика. Да. И, к сожалению, я не вижу господина Тігнібока. Ну, это бог с ним, это уже их партийный вопрос. Тому я цю тему з вами піднімаю, бо брак інформації. Тема важлива, резонансна, брак інформації, нема з ким говорити. А я думаю, знаете, почему не заступается «Свобода»? А именно потому, что кандидат, которого выдвигали, как раз очень сомнительный. Поэтому теперь они заняли такую странную, на мой взгляд, позицию. Вместо того, чтобы у вас здесь в студии сидело 5 депутатов во главе с Олегом Тігнібоком, почему-то никого нет, и никто почему-то не говорит, ах, как плохо не дали назначить прекрасного человека из Кривого Рога. Ну и ще, знаете, я ще згадала историю, коли свободівці приїжджали на Перший національний і там трусили керівника, забула прізвище, на жаль. Тобто, можливо, да, можливо, у них було відчуття, що до революційного насилля тільки вони мають, вони можуть це робити. Абсолютно. А тут, коли сталося з ними, тут ніби не можна сказати, що це не можна робити, бо одразу в стик телевізійники поставлять, як вони трусили людину на робочому місці. Тут теж подвійні стандарти дуже очевидні можуть бути. Ну, добре, я думаю, що ми достатньо присвятили часу пану Рудику. Мені дуже цікаво, як він повернеться на роботу, що він буде робити, будемо стежити. Хотіла би поговорити теж про продовжуючи цю проблему, Донбас, да? Потрошки вичищаються території, вичищаються місця, туди заходять там і батальйон Київ-1, і батальйон Київ-2, налагоджується якась система роботи. Чи є у вас таке відчуття, що як на певній такій випаленій землі там можна побудувати якийсь нормальний функціонуючий організм там, влади, людей, люди, які багато страждали, або є відчуття, що там регіонали будуть туди повертатися і все буде працювати за тим аж принципом, як було? Ну, вот я не знаю, пока я не вижу вообще, чтобы власть строила какую-то власть на освобожденной территории. Там работают чрезвычайные службы. Власти как таковой там нет. То есть все, что обеспечивается там жизнедеятельность, это такой чрезвычайный режим. Как оно будет работать, непонятно. То есть действующая украинская модель власти, она, ну, она просто не жизнеспособна. Это нереальное самоуправление. То есть, да, кто-то что-то завозит, там, занимается канализацией, водопроводом, да, наверное, есть такие люди. Но это не развитие территории. К сожалению, мы должны понимать, что одна из причин того, что кризис в Донбассе был такой острый, это именно отсутствие эффективного местного самоуправления. А люди действительно не понимают, за какую власть они сражаются. Потому что эта власть им назначается откуда-то кем-то. И она для них не родная. Вот именно по этой причине людям нравится, что кто-то отправил Рудика в АТО, а они не считают, что это их власть. Они не имеют с этой властью никакой связи, не чувствуют зависимость. Поэтому такая же проблема, к сожалению, она есть и в Донбассе. Просто в Донбассе она чем смягчается? Любой человек, которого туда назначают, кто там еще работает и вообще заходит во властные кабинеты, понимает, что вокруг него люди очень
расстроены, очень рассержены, и оружие на черном рынке там стоит очень дешево. Там можно купить огнемет «Шмель» за 1000-1500 долларов. Да? Поэтому власть пока не делает никаких резких движений и просто занимается какими-то примитивными вопросами обеспечения жизнедеятельности. Она не работает как власть. Такой концепции того, как это развивать, что делать, немає. Нам необходима единая концепция не только для Донбасса. Нам необходима концепция для Украины. Нам необходима реформа местного самоуправления. То есть нам необходимо передать на места реальные полномочия, реальные бюджеты, повысить долю в собирании налогов, в сборе налогов и, естественно, повысить ответственность и полномочия местной громады. Тогда можно что-то с нее требовать. Пока у нас по-прежнему перераспределение почти всех бюджетных средств идет через центральный бюджет, пока у нас власти на местах, по сути, ну что они могут? Система районных государственных администраций, она просто абсурдна. Вот. Человек не может ничего сделать. То есть не может глава администрации лично своими решениями каким-либо образом повлиять на инвестиционный климат, на улучшение условий работы в его районе, создание новых рабочих мест. Он может быть одним из винтиков в процессе. А таких винтиков у нас очень много. И у нас размывается абсолютно личная ответственность. Вот, у нас размывается ответственность как исполнителя, руководителя, так и местных избирателей, местных громад. Они за кого-то голосуют, а что этот человек для них делает? Ну, председатель сельсовета в селе, всем понятно, чем занимается. То есть он оформляет бумаги. То есть сидит один человек секретарем и всю корреспонденцию, все, что им нужно людям по государству, он все делает. Ну, хорошо, этого может быть достаточно в селе, а в городе? То есть, а для бизнесменов, для предпринимателей, то есть кто будет заниматься налогами? У нас государство – это государство, которое выдает подписи. У нас чиновник – это не человек, который приносит решение. У нас чиновник – это человек, который приносит подпись. Он отвечает за свою подпись. Таких подписей может быть под любым документом и 5, и 10. То есть кто отвечает за результат? У нас этого нет. Поэтому пока система власти исполнительной, как в центре, так и на местах, не будет персонифицирована, не будет персонифицирована ответственность, четко вызначены полномочия и определенные ресурсы, с помощью которых власть влияет на местный бизнес, на решение местных проблем, ничего не изменится. Чи може на Донбасі зараз вирости сильне місцеве самоврядування? Чи після всіх подій, які пережили ці люди, все-таки це ну, особлива територія наразі для України, вони будуть задовольнятися просто тим, що немає війни? Таке питання більш ментальне, от ваше відчуття. Чи вони можуть стати дійсно сильними людьми, які захищатимуть далі свою територію і, власне, просуватимуть цих своїх сільських голів? Ну, те, про що ми говоримо. Ну, самі люди ні. К сожалению, много лет на Донбасі був такий неестественный отбор. То есть всех тех, кто боролся за свои права, к сожалению, местные элиты, сформированные из бандформирований и ОПГ, они, к сожалению, подавляли и старались зачистить. Поэтому люди, многие, они либо научились молчать, либо они уезжали. Либо они сейчас воюют с оружием в руках. Поэтому сказать, что там кто-то будет снизу что-то инициировать, я бы не сказал. Но, с другой стороны, это общая черта нашего общества. Я вам хочу сказать, что вот и на Западной Украине, там, где высокое самосознание гражданское у гражданских общин, к сожалению, реформировать власть снизу сами по себе люди не могут. Люди могут устроить бунт, раньше безоружные, сейчас вооруженные. Вот. Они могут протестовать, и они будут протестовать, и они протестуют. Но люди не могут сами написать законы, которые должна принять Верховная Рада и подписать президент. Это ответственность политических элит. Тех людей, которые бегают к ним раз в несколько лет и просят голоса и поддержку на выборах. Поэтому действующая власть либо проведет реальную реформу местного самоуправления, либо кризис усугубится, да, и, поверьте, это будет еще больший хаос. Реформа должна начаться именно в Донбассе. Это место, свободное от спекулянтов, от политических спекулянтов, от всего наносного. Вся элита, какая там была политическая, она вся сметена. И она не вернется, пока там ходят люди с оружием, которые могут им вспомнить, чем они занимались в предыдущие годы. Поэтому это идеальное место для того, чтобы там
внедрить пилотные проекты местного самоуправления и показать всей стране и самому Донбассу, что такое Украина, почему мы строим народную власть, что такое народная власть, как она функционирует. Вот там нужно полное упрощение всей этой бюрократии, там нужны новые законы, единые кодексы, прозрачные единые офисы. Это все нужно начинать там. Вот тогда мы покажем, что мы отличаемся не тем, может быть, что у нас не так много денег, как в России, а тем, что наша власть ориентирована на конкретного человека. А вот это действительно было бы качественным отличием. От ви дуже детально описували у своїх постах у соцмережах, на Фейсбуку маю на увазі, про те, яка зараз ситуація на Донбасі, там, що ніби за вашими даними з 10 серпня зайшли нові російські бойовики, так, в Україну, і як подалі буде розвиватися, як далі буде розвиватися ситуацію. Що це за бойовики? Це теж якісь з Північного Кавказу люди, чи це кадрові військові, чи ну, який це тип, бо там змінюється постійно тип людей, які зараз воюють? Безусловно, что те подразделения, какие сейчас зашли, это уже хорошо организованные, слаженные боевые группы. То есть их костяк – это офицеры российских вооруженных сил и кадровые военнослужащие, у которых есть опыт работы со сложной боевой техникой. А как они набираются? Мы прекрасно знаем, как работают российские спецслужбы. По сути, в принципе, эта технология была обкатана ими еще в Приднестровье в 92-м и в Чечне в 94-96-м. То есть офицеры-вербовщики ФСБ проводят вербовку военнослужащих, действующих в воинских частях, либо тех, кто недавно уволился из вооруженных сил, и предлагают им дополнительный контракт за более высокие цифры. Да? И вот из этих людей, у которых должна быть практика боевого применения, работы с оружием, управления боем, из них формируются боевые отряды. Мы помним, в Чечне, в принципе, там целую... Танковая рота была сформирована из действующих офицеров российских Таманской танковой дивизии, да, которая входила в Грозный. Здесь та же самая ситуация. Я думаю, что это действующие военнослужащие, потому что уровень квалификации высокий. И противник сейчас начал действовать, вот с 11 августа начались действия организованных подразделений. То есть они наносят удары даже по тем блокпостам, которые прикрыты нашими танками. То есть уже было два случая, да, то есть вступают в открытое боевое столкновение. Они готовы, в принципе, достаточно даже нести боевые потери, устойчивость у них достаточно для этого. Поэтому те банды, которые действовали до этого на территории Донбасса, боевой устойчивостью не отличались. То есть они рассыпались, они были очень чувствительны к ответному огню, они старались выбирать наиболее уязвимые точки, никогда не били по тем местам, где наши войска находятся в боевой готовности. Сейчас немножко есть изменения, обострение этой обстановки. Мы видели сегодня во всех мировых газетах, как корреспонденты западных изданий своими глазами наблюдали переход целой колонны бронетехники Российской Федерации, топливозаправщиков на территорию Украины. То есть, очевидно, это была тыловая колонна для снабжения бронетанковых частей и подразделений. По данным украинской разведки, на данный момент в районе Торез-Снежная-Шахтерск в настоящее время базируется группировка противника до около 100 единиц бронетехники. Ви там писали також, що їхньою метою зараз російської сторони є розчистити прямий вільний шлях до Луганська і Донецька. І для того, да. щоб туди вже укріплювати свої групування. А скажіть, як взагалі ця історія з гуманітарним вантажем, з гуманітарним конвоєм, для чого вона, на вашу думку? От ви описуєте, що Росія має новий етап, вони вводять сюди наших нових бойовиків. Для чого історія з гуманітарним вантажем? Це операція прикриття. То есть Путин сейчас подвергается давлению Европы. Европа хочет использовать последний шанс, чтобы не строить уже вторую стену между Востоком и Западом, не возвращаться к холодной войне, которая для европейского бизнеса тоже принесет определенные убытки и потери. Поэтому сейчас предпринята кампания давления на Путина. А Путин ведет переговоры. И ради того, чтобы на этих переговорах не иметь более сильные позиции, он, первое, демонстрирует, что якобы у него есть некая добрая воля к переговорам. Для этого имитируется эта, скажем, смешная акция просто с конвоем, вот, которая не имеет никакого реального значения. Вот, это чисто пропагандистский трюк.
Напівпорожні КАМАЗи, нагадаю, абсолютно, коли їх показували. Так? Да. І второе – это усиление бойових действий. То есть он понимает, что до конца переговоров его эти позиции могут просто не удержаться. Ведь не зря удрал уже и Бородай, и Гиркин. Потому что конструкция начинает рушиться. То есть русские наемники, они держатся, они воюют. Есть уже полностью кавказские формирования. Вот, например, Краснодон. Люди, которые выезжали из Краснодона, они говорят, ну там даже уже украинских нет пособников террористов, да, там уже это ополчение так называемое разбежалось. Но чеченцы и дагестанцы стоят, да, вот они держат блокпосты, они забирают людей, похищают их, требуют выкуп. Выкупы сейчас очень разные. Вот. Один из тех, кто мне писал, говорит, что вот освободился в Донецке, его похитили тоже группа каких-то, скажем, хулиганов с автоматическим оружием, ну вот они отпустили его за машину картошки. То есть бывает всякое. Ну, как правило, россияне требуют деньги. Да, поэтому у кого что есть. Уже суммы пошли небольшие выкупов, то есть уже могут там. Они уже требуют и 5 тысяч долларов, и 1000 долларов. То есть кто что может дать. Отбирают машины. Вот. Но сопротивляемость просто снизилась. После того, как наши войска предприняли охват Луганска и Донецка, всем, даже самым оголтелым местным пособникам террористов стало ясно, что это уже агония, что они долго не продержатся, что если войска пройдут еще чуть-чуть и будет отрезан Донецк по линии, там, скажем, от Шахтерска, то вопрос падения Донецка – это вопрос, скажем, это будет не Славянск, это будет гораздо быстрее. Скажіть, ця історія з бронетехнікою, яку зафіксували вчора міжнародні журналісти, тобто Росія ж прекрасно усвідомлювала, що там знаходяться представники найвідоміших медіа, найвідоміших газет. Це випадково так сталося, чи навмисно сюди заїхала бронетехніка? Ніби, ну, якщо просто дивитися, це не грає на руку Росії, але, ну, те, що побачили, що тут вона допомагає військовим. Але, ну, для чого це було? Ну, скрыть это уже невозможно. Дело в том, что, с одной стороны, ввод крупных боевых сил Российской Федерации в Украину – это проблема для нас, поскольку это усиление сопротивления. А с другой стороны, это проблема для России, поскольку таким крупным бронетанковым подразделением, которые сейчас действуют против украинских войск российским, требуется централизованное организованное снабжение. То есть танк потребляет очень много горючего, то есть там он тонну может вообще съесть за день, да? Даже если он просто вокруг базы двигается. Поэтому, естественно, для того, чтобы эти танки действовали интенсивно, активно, а российские подразделения активно перемещаются, наносят удары, это мобильные боевые группы, там есть артиллерия, минометы, танки, БМП, машины снабжения, естественно, им нужно очень много горючего. То есть они потребляют реально десятки тонн горючего в день. Если их оставить без этого горючего, эти группы утратят подвижность. А сейчас ни на один день им останавливаться нельзя. Если они прекратят удары, наши войска, скажем, все равно будут дальше продолжать движение, и клещи сомкнутся. А им нельзя допустить, россиянам нельзя допустить окружение ни Донецка, ни Луганска. Потому что их окружение приведет к падению автоматически. В условиях окружения противник держаться не может. То есть они все хотят жить, они используют тактику только диверсионных атак. У них нигде нет Сталинграда, они нигде не держатся за позицией. Они легко сдают любую территорию, если по ним начинают работать действительно наши профессионально. Поэтому окружение означает что? Что вот эти крупные части, которые они стянули в Донецк и Луганск, они теряют вот это снабжение, они теряют боеприпасы, которые тоже нужно завозить вот на БТРах, они теряют горючее и они теряют продовольствие. Естественно, сопротивление в этих условиях невозможно. Поэтому их уже не интересует общественное мнение, им нужно каждый день обеспечивать снабжение своих воинских частей. Я уверен, если бы там было постоянное наблюдение миссии ОБСЕ, вот, из Варина и вот этот степной коридор в районе Снежного, то они бы без проблем каждый день обнаруживали курсирование российских военных колонн.
ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, ви про це пишете, як пришвидшити цей процес. Але є така поширена думка також у суспільстві серед людей, що українській владі стає вигідною війна. Чи то формується військове лобі, якого вже зручно розміщуються замовлення державні, чи з інших причин. Чи є у вас таке відчуття, і можете підтвердити або спростувати, які у вас внутрішні відчуття? Чи Україні вигідне продовження цих військових дій? Я думаю, что все-таки так говорить нельзя, потому что ну, то, что я вижу во власти, есть проблема управленческая. Она у нас везде, во всех государственных сферах, и странно было бы, чтобы ее не было в армии. Армия – это тоже часть общества. Там также по тем же законам выдвигались на руководящие должности чиновники, генералы и прочее. Да? Я бы хотел сказать, что армия даже в этих условиях, ее консерватизм, он помог сохранить армию как институт. Армия в какой-то летаргии просуществовала примерно месяц, а потом эта машина, которая, казалось бы, давно проржавела и развалилась, и рассохлась, вдруг все-таки завелась и начала работать. И я не могу осуждать руководство армии, Министерство обороны, потому что в самый тяжелый период, когда армия была необходима для того, чтобы сдержать распространение агрессии, а это апрель, май особенно, армия была главной действующей силой. И она, по сути, сейчас остается каркасом украинского сопротивления и борьбы с российской агрессией. Поэтому без армии все это было невозможно. Консерватизм армейского руководства спас армию от полного развала и деградации. Но, к сожалению, поскольку армия наша не воевала 23 года, поскольку у нас даже дивизионные маневры не проводились как минимум с 2007 года, и большая часть наших военачальников, они не участвовали даже там в учениях выше батальонных, ну, есть определенные проблемы планирования, которые усугублены безумной украинской бюрократической практикой, когда любая советская система управления усугублялась за эти 23 года, доведена до абсурда количеством согласований и контролирующих инстанций. Они есть и в армии. Вот. Поэтому все очень сложно, и необходимо интеллектуальное решение, быстрая игра на опережение противника. Ну, разумеется, поэтому я бы хотел сказать, я с уважением отношусь к армии, но я считаю, что у нас есть проблемы из-за отсутствия практики, гибкости, оперативности принятия решений. То, что я вижу руководство, ну да, конечно, у нас руководят, кто пришел к власти, абсолютно мирные гражданские люди. Ну, странно ждать, что вдруг в мирной стране возникнут какие-то Наполеоны, скажем, которые поведут армию в бой. Ну, чудес не бывает в жизни. У всех теоретичные знания. Абсолютно. У всех теоретические знания. Просто у кого-то эти знания ближе привязаны к практике, у кого-то менее. Да? Я вижу желание разобраться в ситуации. Да? Вот я, например, был в составе комиссии, скажем, которую делегировал первый зампред администрации президента Юрий Косюк. Да? Я вижу то, что делает Косюк, ну, скажем, ошибки, недостатки, я имею возможность ему указать, показать. Да? Но я вижу, что человек работает энергично, это человек, которого поставил Порошенко. И у меня нет претензий к его самоотдаче и работоспособности. Он болеет за дело, и он работает 24 часа в сутки. К слову сказать, вот сейчас я смотрю и думаю, что, может быть, это был бы более оптимальный кандидат на министра обороны, чем то, что мы имеем. Вот. Но в плане самоотдачи у меня нет вопросов. Да, я вижу, что эта команда тоже хочет навести порядок. Но команда Порошенко – это всего несколько людей. А у нас не формировались все эти годы политические партии. У нас Петр Порошенко – это тоже человек, который, скажем, стал президентом достаточно внезапно, в том числе и для себя. Поэтому рассчитывать, что у него длинная кадровая скамейка, не приходится. Ну, навіть партии нема. Естественно. А как можно управлять государством и войной, если надежные люди, менеджеры, которых ты можешь куда-то поставить и им доверять, у тебя их всего несколько человек? Поэтому объективно у них есть масса проблем, с которыми они сталкиваются, и
естественно, это объективные проблемы. Но я вижу, что руководство страны пытается с трудом, с большими очень ошибками, но пытается исправить эту ситуацию. И ну, я не могу сказать, что кто-то искусственно здесь затягивает войну. Історія з Рудиком, з якої ми починали, і от керівництво армії, до якого ми прийшли. Що робити з генералами? Впевнена, ви про них знаєте багато. З керівниками армії, Збройних сил, які підозрюються у зраді, корупції. Тобто є абсолютно вже підтверджені Генеральною прокуратурою факти. Тобто це не якісь домисли. Та? Тобто що робити з ними? Так діяти, як з Рудиком? Просто шукати? Чи... Тому що ну, з ними теж щось треба робити, і багато місців нічого не відбувається. Так, це буде останнім питанням. Я знаю, що пан Юрій спішить уже йти. І, ну, смотрите, Аня, извините, просто там я пообіщав там на другий ефір ще забіжати. Так, я знаю, от, власне, тому на закінчення хотілося. Ну, смотрите, я, ви знаєте, як практика показує, історія генералів в начале любої війни завжди і всі обвиняють в предательстві. То, что я вижу, я пока не сталкивался лично со случаем откровенного предательства. Я сталкивался с непрофессионализмом, с полным несоответствием занимаемой должности. С идиотизмом сталкивался. С предательством пока нет. Я вижу массу неэффективных людей, которые остаются на руководящих постах в Министерстве обороны и в Генеральном штабе. Я вижу, что все те люди, которые отвечают за снабжение и тыл вооруженных сил, которые там составляют большинство в аппарате, назначены бывшими министрами обороны Лебедевым и Соломатиным, которые являются гражданами Российской Федерации и, как всем сейчас очевидно, агентами российских спецслужб. Тем не менее, те люди, которых они расставили на ключевые должности, вы можете увидеть и в управлении тыла, в продовольственной службе, в службе снабжения, в квартирно-эксплуатационном управлении. Ну, о чем говорить? Мы живем в прозрачной стране. Те случаи предательства, о которых говорят на фронте, что кто-то куда-то едет и его накрывают снарядами, ну вот это, с моей точки зрения, преувеличение. Вот такая оперативные разведданные, кто где едет и куда стрелять, противнику гораздо легче получить через данные радиоразведки, через перехват, засечку мест работы передатчиков и мобильных телефонов. Добре, Юрій, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас. Цікаво з вами розмовляти. Сподіваюся, що ви дуже скоро ваші пости будуть коротші, менше порад і того, як закінчити цю війну. Дякую, Юрій Бутусов, відомий журналіст. Дякую, що були у нас. Дуже приємно. До побачення.